В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧАЭС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствует от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧАЭС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны.
Ну, привет! Привет, брат!
слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Внимание, анекдот. Иди, бугру по ушам катайся, а мои не казенные. Теперь уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые. Опа, нарисовался. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Ты не прав. Самые ленивые – это торговцы. Я вот знаю одного. Так он специально пораньше встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Сейчас бы дома оказаться. Короче, наверное, с книжкой толковой. Все, завязывай. Судьба. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. А вот анекдот. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит: вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. Скажите, а у вас кроме водки ничего нет? Пить как охота. Эх, квасу сейчас холодно. Да чтобы он нас сшибал. Ничего, ничего. Нормалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвемся. Все, музыкальная пауза. Ты заваливай, перетрем. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего болотного ледокола. Это как медом помазал. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. А вот такое вам как? Ха-ха-ха!
Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Здравствуй, сталкер. Эх, и здорово, что у тебя выходит. Попутного ветра. Сапожища хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? За неделю подошли гоплык. Внимание, анекдот. Один сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая машина самая сталкерская? И отвечает тот: какая? Запорожец. Почему? Да все просто. Надежная как-то. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Смотрелись, как крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, а он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Все, музыкальная пауза. Везение свое. Я тут вспомнил вот. Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает: хорошо, хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошо-то? Спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Иди, иди, нечего тебе тут делать.
Я тут вспомнил. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело выпуск. Прошло несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышьте, а вы мне что, колеса заменили, да?» Очочки поправил и вот это стало. Слушаю тебя.